Калифорнии наступила самая настоящая осень. Мы сегодня посмотрели прогноз погоды, и мы безумно хотели поехать на снег, так как в окрестностях Лос-Анджелеса, а в горах, выпал снег. А мы приехали в место, где должно было быть очень много снега. А дорога закрыта была, но мы остановились на полпути, и мы попали в настоящую осень. Don't jump in the water, please. Yeah, let's go. Come on, Munchie. Aww. Come on, Munchie. You're the puppy one. Aww. Munchie. Hey, Chloe, easy. Мы опять псов отпустили на оф-лыж, они здесь бегают, не слушаются, приходится постоянно орать, чтобы они нас ждали. Очень много запахов новых, так как у нас бигли, это, сказать, проблема номер один, это их держать рядом с собой. Chloe. Don't be scared, babe. I think I'll go this way because there's more. Oh wait, that one. The ladder rock, less water. He knows our case. The less shivering. The less she's cold. Okay, now it's my turn. Все очень скользко. Вот именно вот про эти оттенки осень я и говорила. Клои, что происходит? Почему ты не слушаешься? Ну, ты думаешь, что она уже взрослая, просто. Я вот этот листик домой заберу. Угу. Окей. Okay. I think, yeah, I'm gonna go that way. Красиво все везде. Мы вас выгуливаем или вы нас выгуливаете? Эй, мой листик, нет! Смотри, она сейчас не сделала. That's it. Иди отсюда. Какашка. Иди отсюда, нет. Все, рядом, иди вот так, все.
Это место называется Angeles Crest Highway. Находится где-то в часе от LA всего лишь. И этот трейл называется Clear Creek, что означает чистый ручеёк. И это на самом деле так. Здесь действительно очень чистая вода. И наши псы, они просто кайфуют. Это место было найдено очень рандомно. Мы просто ехали-ехали, остановились уже, где закрыта дорога, и мы нашли этот трейл. И мы, конечно, в восторге от такого стечения обстоятельств. Здесь все очень чистое, нет людей, но очень холодно. Мы оделись по-зимнему. У нас уги, шапки, перчатки, теплые шапки. Оказалось, что мы приехали не в зиму, а в самую настоящую осень с вот такими листиками. Ой, нет. Все камни шевелятся, не могу на них наступить нормально. Воспитание. Stay close. Good girl. Yay. Тебе нравится этот трейл? Тебе нравится? Что там нашел? Малыш, что там нашел? Ты что? Let's go. Давай. Let's go. Ты чё? Да. У меня аж нога в обратную сторону прогнулась. Давайте. Идите рядом. Если я иду в какой-либо поход, я обязательно беру с собой вот такие батончики. G2G Protein Bar. Это отличный ресурс протеина. Они очень сытные и безумно вкусные. Мы сейчас как раз пришли к концу нашей прогулки. Мы все отдыхаем. Все отдыхаем. И будем сейчас перекусывать. Если вы не знаете, что с собой взять в поход, такое, чтобы не занимало много места, чтобы было очень вкусное и чтобы было очень сытное, я рекомендую вот эти
вот эти батончики. G2G Protein Bar. Если вы решите попробовать эти батончики, знаете, ссылка в описании на 15% off. Или русскими словами, получите 15% скидку на свой первый заказ и любые последующие. Вы чё? Эй, бегемотик! Так, вы слышите, да? Меня, походу, все потеряли, зовут на помощь.